Ибрагим, во втором матче подряд забиваешь, поймал, можно сказать, волну какую-то, да, то есть этот результат, он вообще, на твой взгляд, связан именно с ростом каким-то профессиональным? Ну, мне кажется, это плоды работы, так что работа превращается в забитые мячи. В данном случае, вот с моментом со вторым голом, спасибо Русику Аджинжалу. Он мне в свое время подсказал, что надо туда вбежать. Ну и не меня нашел пасом своим. Удачно сложилось. Сегодня так получилось, быстро пропустили, но несмотря на то, что Рубин вообще-то команда, которая, когда первая забивает, она крайне редко упускает 3 очка, нашли в себе силы, сумели отыграться и могли рассчитывать даже на большее. За счет каких резервов крылья сегодня сумели взять очко? Ну, в первую очередь, мне кажется, мы подошли к игре с правильным настроем. Никто не боялся Рубина, хоть все поймали, что это команда высокого уровня, ну и что со всеми можно играть. И мы это очередной раз доказали. И не стоит забывать прошлую игру 3-1, когда мы дома выиграли. Так что все предпосылки на то, чтобы нам сыграть так, как мы сыграли, еще лучше были. Сегодня иногда складывалось ощущение, что крылья играют дома, да, по шумовому эффекту на стадионе. Это ребята слышали на поле, насколько это помогало? Вот лично я, мы когда выходили на разминку, сразу столько голосов, я подумал, неужели это за нас так болеет. Сначала не поверил, посмотрел, на трибунах казанцев почти не было. Понял, что это наши так сильно за нас болеют. И, конечно, их поддержка ощущалась на протяжении всей игры. Даже несмотря на то, когда на то, что мы пропустили мяч, все равно они нас гнали вперед. И их поддержка в купе с нашим старанием вылилась в ничейный результат. Хотя, как вы сказали, мы могли еще и выиграть, но могли и проиграть. Так что, я думаю, результат закономерен.